Доброго времени суток, с вами по-прежнему Арталаски. У себя в группе я уже выложил новые секции, но было бы некрасиво не оповестить об этом и на канале. Да и к тому же более десятка человек очень-очень попросили меня подождать до завтрашнего вечера. Поэтому, внимание, для тех, кто собирался купить конструктор, но все еще не решился, завтра выходит обновление V4 с множеством новых кистей и 30 дополнительными градиентами. По сравнению с первой версией, конструктор уже значительно пожирнел и был доработан, учитывая отзывы, поэтому за 99 рублей его отдавать уже как-то жалко. После завтрашнего обновления цена конструктора поднимется до 150 рублей, но сегодня его еще можно купить всего за 99. Все, у кого уже есть какая-либо версия конструктора, могут быть спокойны, для них эти обновления будут бесплатными. Купить третью версию конструктора за 99 рублей вы сможете до 12 часов ночи этих выходных. Все обновления до шестой версии будут бесплатными для всех, кто купит конструктор до выхода четвертой версии. С каждым новым обновлением цена на конструктор будет увеличиваться, но для тех, кто уже успел его купить, это никак не касается. Если вы вообще не в курсе, про какой конструктор идет речь, то посмотрите первые три видео по ссылкам в описании. С вами был Арталаски, до завтра!